вот так вот ручкой покажу, значит, можно переходить пешеходом. Проходите, проходите. Красиво. Аккуратно. Детский сад «Колокольчик» был выбран не случайно. Во дворе учреждения сооружена транспортная площадка с автомобильными дорогами, знаками, светофорами. Все это сделано для того, чтобы уже с трехлетнего возраста наглядно обучать детей правилам дорожного движения. Помимо этого, в садике регулярно проводятся теоретические занятия по безопасному передвижению по городу. Они информацию хорошо усваивают, они знают все правила, знают, как ходить через дорогу, знают все сигналы светофора, знают, что можно делать на дороге, а что нельзя делать на дороге. И мы считаем, что это очень важная задача для решения всех проблем. Также мы в наши занятия привлекаем родителей, и родители тоже участвуют во всех наших мероприятиях. Воспитатели детского сада подготовили для ребятишек увлекательную программу развлечений, конкурсы на знание дорожных знаков, командную эстафету. Даже кот Леопольд пришел на праздник, чтобы попросить детей рассказать ему о том, как безопасно вести себя на проезжей части, а после все вместе спели тематическую песню. Загорелся красный свет, это значит, хода нет, свет зеленый говорит нам, проходите. Вообще во всех сегодня школах, во всех образовательных учреждениях, детских садиках проводятся мероприятия, направленные на безопасность поведения наших деток на проезжей части. Проводятся родительские собрания, также проводятся всевозможные КВН. Ну, то есть огромный спектр мероприятий, направленный именно на соблюдение правил дорожного движения и как бы воспитание у нашего подрастающего поколения поведения безопасного на дороге. В завершении мероприятия сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили ребятам, насколько важно знать и применять на практике правила дорожного движения, и подарили им светоотражающие фликеры, чтобы даже в темное время суток ребята были видны водителям на дороге. Мне радостно видеть счастливых детей. Все, что зависит от службы ГИБДД в отношении наших детишек, мы будем делать с чувством, долгом и достоинством. Но сколько бы уроков по безопасности ни проводилось, лучший пример для каждого ребенка – это его родители. Поэтому так важно взрослым соблюдать правила дорожного движения. Ведь дети смотрят на вас и повторяют ваши действия. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.